Друзья, всем привет! Меня зовут Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. И мы прилетели на Хайнань. Прилетели специально, чтобы снять для вас видео о всех бухтах, отелях, местах отдыха. Так что смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте свои комментарии, оставляйте лайки. Курица по-венчански, рай для вегетарианца. А папайя очень рекомендую. 39 рублей 5. Но мы тем временем, друзья, едем к нашим туристам в отель. Мы расскажем о бухтах Сианшуй, о бухте чистой воды, о бухте Хайтунбэй, о бухте Ялунбэй, о бухте Дадунхай, о бухте Санья. Посетим новые отели. Завтра у нас большая программа, сегодня такое... Тренировочный заход в отеле Дадунхай, открыт в июле 2018 года, и небольшой зоопарк, джакузи на балконе, Прадо, Феррари, Кортье. Короче, здесь будет сейчас тайфун.